Никите Яковцеву 9 месяцев. У мамы были сложные роды, малыша пришлось вытягивать с помощью вакуума. Никита появился на свет в тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что у него паралич правой руки, она обездвижена. Из интернета мама узнала про доктора Михаила Новикова, который успешно лечит детей с такими травмами. С помощью операции нас врач смотрел, Ярославль Новиков. Он сказал, что операция поможет, у нас рука вообще не поднимается вверх, что рука после операции будет подниматься вверх. Бесплатно нам только могут предоставить это массажи, электростимуляцию. Про операцию речи не было. Врач говорит, что чем раньше провести операцию, тем больше шансов восстановить руку полностью. Иначе в будущем могут деформироваться и кости, а ребенок останется инвалидом на всю жизнь. У этого пациента так называемый правосторонний акушерский паралич верхней конечности. При этом функция кисти у него не нарушена, но страдает функция плечевого сустава, отсутствует отведение и наружная ротация плеча. Мы планируем микрохирургическую реконструкцию нервов для того, чтобы восстановить отведение плеча и наружную ротацию. Цена операции 749 868 рублей. Для родителей это неподъемная сумма. Помочь Никите просто. Нужно отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «дети». Стоимость сообщения 75 рублей. Перевести пожертвования можно и другими способами. Они перечислены на сайте Русфонда. Иван Швецов, Вести, Киров.